все. Для начала представьтесь. Меня зовут Николай. Как давно за Крумкачу болеете? С середины прошлой первой лиги, то есть это получается середина 2014 года. Игра команды в последнее время преобразилась, то есть мы уже шестой матч подряд не проигрываем. Ну, это здорово, видно, что команда сыгралась, видно, что у ребят поднялась какая-то активность, видно, появилось желание. Ну, надеюсь, что такое же активное будет и завершение сезона. Ну и, соответственно, надеемся, что войдем в шестерку. А как вообще попали в Крумкачи? Ну, откуда узнали по команде? Там, На самом деле узнал из команды, когда на Тутбай, по-моему, или на лайнере появилась статья о белорусскомовных назвах клубов. И одна из названий была Крумкачи. Вот, заинтересовался, что за такой клуб, стал отслеживать в интернете и уже потом стал приходить на матчи, смотреть и затянуло. Так вот и попал в Крумкачи. А что конкретно затянуло? Вот какое... Атмосфера на матче, какая-то нету какого-то негатива, нету каких-то обидных кричалок, ничего. Все сплоченные, все поддерживают команду. Ну, это здорово, это привлекает на самом деле. У клуба были сложные времена. Тем не менее, вы все равно остались в команде. Некоторые ушли, болельщиков, да? Вот. Ну, на самом деле, не сказал бы, что прям совсем ушли. Но да, времена были сложные. Я считаю, что независимо от того, какой результат, какие времена, команду нужно поддерживать. Команду в целом, игроков, и быть рядом. И тогда все трудности будут преодолены, и все будет хорошо. Прогнозы неблагодарное дело, но на каком месте мы все-таки закончим чемпионат? Я очень верю, что на пятом месте. Спасибо большое. Разумею, что я таки не один.